А вот и дуб, который растет в монастыре. Дуб-дуб. Потому что, смотри, листья-то дубовые валяются вокруг. Видишь, вот это дуб. О, беленький-то, Виталь. Да-да. И тут, кстати, маленькие тоже, наверное, дубы. Это да. Можно какую-нибудь типа рощу посадить. Можно 30. Чё б нет-то. Да-да. Так и сделаем. А сейчас покажу нашу ферму. Если ее будет видно. Вот она. Все, дальше зум меня не увеличивает. Прошу прощения. Это сильный ветер. Качество звука. Если бы туда пойдем вверх. Так мы потом обратно придем. Нет, так ты тут побудь, мы прогуляемся с Саней. Ну, лесом пойдем, смотри, куда, вот и лесом, блядь. А что за лесом? А что, давай по писарику куда-нибудь пойдем. Это лес.